Добрый день, коллеги. Скажите, пожалуйста, как у нас дела со звуком? Нас хорошо видно, нас хорошо слышно? Отлично. Ну хорошо. Тогда мы можем с вами начинать. Добрый день или доброе утро, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы сегодня находитесь. Я очень рада предоставленной возможности пообщаться сегодня с вами. И спасибо большое, что решили посвятить час своего времени на то, чтобы узнать побольше о брендах Lux и Salt. Меня зовут Наталья Вебер. Я являюсь представителем компании The Lux Collective, которая управляет этими двумя брендами Lux Resorts and Hotels и Salt Resorts. И мы сегодня как раз с вами поговорим об этих брендах. Обычно презентации двух брендов занимают у нас около 2 часов, но сегодня мы должны уложиться в час времени, поэтому я довольно быстро пробегусь по основным моментам, и если какой-то информации вам вдруг будет не хватать, вы всегда можете задавать вопросы в чате, и я по ходу нашей беседы буду на них отвечать. Хорошо? Я вставлю в чат свою контактную информацию. Если у вас какие-то вопросы будут возникать по ходу, мы не успеем на них ответить во время вебинара, вы всегда мне можете написать на почту или воспользоваться программой WhatsApp. А также я скинула вам ссылочку на нашу программу Lux Expert, это наша онлайн-тренинг-программа, о которой я еще раз упомяну в конце нашего вебинара. Ну что ж, если меня слышно и видно, давайте будем потихонечку начинать. Начнем с бренда Lux и потом чуть позже поговорим о бренде Salt. Я думаю, с брендом Lux уже многие из вас знакомы. Кстати, очень приятно видеть, что сегодня у нас в чате присутствуют коллеги из разных регионов, да, из разных стран СНГ. У нас здесь и Россия, и Украина, и Узбекистан, и Казахстан, поэтому очень приятно вас всех сегодня здесь видеть. Приятно, что есть такой интерес к нашему бренду. Вот, что же касается Lux Resorts. Lux Resorts – это новый бренд. Относительно новый бренд мы его лансировали в 2011 году, соответственно, нам уже в этом году будет 8 лет. И бренд Lux представляет концептуально новый вид лакшери отдыха. Да? Мы всегда говорим о том, что нам не хватает времени. Нам не хватает времени, чтобы учить иностранные языки. Нам не хватает времени, чтобы провести несколько часов еще с семьей. Мы всегда после того, как прошли выходные, думаем, ох, хоть бы я провел чуть больше времени с детьми. Так вот, время в наше время – это самый такой важный и самый редкий ресурс. Поэтому в Лаксах мы считаем, что самым важным – предоставить нашим гостям время и возможность насладиться общением с дорогими и близкими им людьми. И мы хотим, чтобы отдых был максимально легкий, максимально простой. Мы считаем, что лакшери-отдых стал очень-очень сложным в последнее время. У гостей столько опций. У гостей столько всего нужно держать в памяти, чтобы не забыть. Даже просто, чтобы иногда свет в номере выключить, нужно пройти целый квест, да, и вы уже потеряете сон к тому моменту, пока найдете все выключатели. Поэтому мы, как ательер, хотим максимально все упростить, чтобы вы могли насладиться вашим отдыхом. А мы считаем, что важно каждое мгновение, каждая секундочка, каждая минуточка отдыха вашего, проведенного на островах, она должна быть особенной. Поэтому мы, как ательер, думайтесь в эту фразу, помогаем людям праздновать жизнь, да, вот ценить каждое мгновение, относиться к нему как к особенному, не просто как к празднику, а вот каждое мгновение, каждая минута, каждая секунда, она особенная. И мы хотим, чтобы она осталась у вас в памяти гораздо дольше, чем с вами останется ваш загар, привезенный с тропических островов. Многие, кстати, думают, что лакс происходит от слова «лакшери». Нас это не очень расстраивает, как я люблю говорить, да, но это не совсем верно. Лакс происходит от латинского слова «люксус» или «свет». Лаксы в первую очередь легкие, яркие, веселые, да, немножко нестандартные в своем подходе, и мы транслируем это нашим гостям и нашей команде, которая, да, работает с гостями на местах. Символом бренда Lux является вот такая вот пятипалая звездочка, и наш девиз гласит «Light a brighter» или «Ярче и легче». Ну, еще всегда мы, конечно же, хотим, чтобы гость прочувствовал ту локацию, в которой он находится, даже не выходя из отеля. У нас есть концепция, которая называется Local Light. Это вот именно об этом. Если вы на Маврикии, мы хотим, чтобы вы почувствовали Маврикию. Если вы на Мальдивах, вы должны проникнуться атмосферой Мальдивских островов. Если вы на острове Реньон, то вы тоже должны почувствовать
специфику этого направления. Часто ведь с нами происходит, особенно когда мы в фан-трипах, да, когда мы просыпаемся где-то в отеле, и номера в отелях, они настолько одинаковые, что этот номер мог быть где угодно, в Сингапуре, в Москве, на Мальдивах, на Маврикии. Мы же, в свою очередь, стараемся привнести специфику острова внутрь нашего отеля, внутрь номера, чтобы клиент, даже не выходя из номера, смог прочувствовать направление. И здесь нам во многом помогают наши фишки. Лаксы вообще знамениты своими фишками. Наверняка, если вы были у нас в фан-трипах, вы об этом уже что-то знаете, да? В первую очередь у нас всегда вспоминают про наш кофе и наши кофейни. Кафе Лакс – это бренд, кстати, который уже вообще своей жизнью живет. Изначально это были кофейни. В каждом из наших отелей на уровне ресепшена вас встречает вот такая вот уютная кофейня. Мы возим зеленые зерна из Бразилии, Гватемалы, Эфиопии, сами их обжариваем на наших курортах и предоставляем нашим гостям. А ведь вдумайтесь, отдых ведь состоит из деталей. Каждая маленькая деталечка должна быть вот прям perfect-perfect, да, очень-очень совершенной. И кофе в этом смысле, как важно пить хороший кофе, да, вы ведь можете пойти на ужин, в лакшери-ресторан, скушать лобстера, выпить хорошего шампанского. Ну вот если кофе в конце ужина был не очень, то и общее впечатление от ужина у вас смазывается. Поэтому важна на самом деле каждая деталь. И мы кофе, в частности, уделяем очень большое внимание. А также, как важно пить хороший кофе, важно удобно спать вдали от дома. Правильно? Поэтому мы разработали специальные матрасы Sleep Tight для наших клиентов. Если кто-то из гостей останавливается в одном из наших отелей, наверняка, уже если да, были гости у нас, они имели возможность опробовать вот эти специальные матрасы Sleep Tight. Андрей, простите, пожалуйста, я не могу переключиться на следующий слайдик. Если вы мне поможете, будет очень здорово. Вот. Помимо собственных матрасов, у нас есть также собственная линия косметики, которую мы используем как в спа-центре, так и в номерах. Линия косметики в спа-центре называется Lux Me, а линия косметики в номерах называется Mama Aroma. Обе линии. Так, прошу прощения, небольшая техническая заминка. У меня перегрузилась презентация. Напишите мне плюсиками, слышно меня и видно. Если да, то мы продолжим. Отлично, спасибо. Мы говорили о наших матрасах. Вот как раз-таки у нас переключился слайдик. На этом слайде вы можете наблюдать эти удобные матрасы. А на второй картиночке как раз наша линия Lux Me. Это линия продукции, которую мы используем в нашем спа-центре. А линия продукции, которую мы используем в номерах, называется «Мама Арома». Обе линии были разработаны в партнерстве с Ширли Пейдж, это ведущий ароматерапевт нашего времени. Продукция, которую делает Ширли, основана только на натуральных аромамаслах. И на самом деле очень приятного качества продукт, да, если вы уже были в наших отелях, наверняка увозили что-то из этой коллекции как сувенир для ваших родных или для ваших коллег. Что еще из фишек припоминают часто? Это наши специальные киоски с мороженым Айси. Здесь, кстати, есть и мороженое, и сорбе. Есть полноценное мороженое, есть обезжиренные версии. Поэтому неважно, кто вы, да, дама, которая беспокоится о собственной фигуре, или ребенок, который хочет много мороженого, вы всегда найдете здесь свое счастье. Для маленьких деток очень много разных присыпочек у нас здесь существует. Поэтому украсить свой рожок с мороженым, да, или свой контейнер с мороженым вы можете на любой вкус. И детки, конечно, маленькие гости, да, и взрослые тоже, собственно, очень любят у нас эти киоски с мороженым. Еще не забывайте, что мы все-таки находимся на тропических островах. Одна из наших фишек – это кино под открытым небом. Мы натягиваем огромные экраны между пальмами или на пляжном побережье. И вот так вот за бокалом шампанского вы можете посмотреть что-то из последних киноновинок. Это очень такой классный на самом деле экспириенс. А еще фишка, о которой тоже часто вспоминают, позвоните домой бесплатно. На территории всех наших курортов есть вот такие вот а-ля лондонские телефонные будочки, зайдя куда, вы можете совершенно бесплатно звонить по всему миру. Но здесь есть очень важное правило. Можно звонить куда угодно, но ни в коем случае нельзя звонить в офис. Пожалуйста, оставьте ваших коллег в покое.
пока вы проводите эти 10-14 дней на курорте, я думаю, они без вас очень-очень хорошо справятся. Пусть они поработают, пока вы отдыхаете. Еще из таких вот ретро-фишек, эта фишка называется «Послание в бутылке». Если вы прогуливаетесь по территории курорта, обязательно обращайте внимание по сторонам. Возможно, где-то под кустом или присыпанным песочком лежит вот такая вот а-ля пиратская бутылка, найдя которую вы можете получить классный приз. У нас, кстати, и дети, и взрослые всегда охотятся, да, за этими подарками. А призы самые разнообразные. Есть призы, адаптированные для взрослых. Это может быть романтический ужин, или ваучер в спа, или прогулка на яхте. Есть детские призы. Это может быть мягкая игрушка, да, или купон на мороженое, или какие-то сладости. Поэтому самые разнообразные призы и подарки в зависимости от возраста наших гостей. Еще одна фишка – дерево желаний. Она относительно новая. Согласно китайской легенде, если вы чего-то очень хотите, вы можете записать свое желание на кусочки папируса, повешать его на ветку дерева желаний, и в полночь все позитивные мысли поднимаются во Вселенную, и все чистые, искренние желания обязательно сбываются. Мы, конечно же, как ательер, не можем гарантировать исполнение всех желаний, но раз в год по этим желаниям в рождественский период мы проводим розыгрыш, и счастливчик может вернуться к нам на 5 ночей совершенно бесплатно. Поэтому будьте в курсе этой фишки, предупреждайте ваших гостей. Кстати, все, кто приезжает к нам, фан-трипы и рекламники, они тоже очень охотно оставляют свои пожелания у нас на дереве желаний, и, возможно, кому-то из вас в скором времени повезет. А еще такая практичная фишка называется скрукап. У нас есть собственная коллекция вин. Мы работаем с 5 виноградниками в ЮАР, едем туда в конце сезона, пробуем урожай. Если нам нравится, мы выкупаем партию целиком. Что нам это дает? Ну, допустим, на Мальдивах наверняка вы часто слышали отзывы о том, что довольно дорогой алкоголь. Так вот, мы хотели предложить нашим гостям какую-то более адекватную ценовую альтернативу винам старого света. Ну, а вина нового света, в частности, юарские вина, я думаю, уже в рекламе давно не нуждаются. Они себя очень хорошо зарекомендовали. У нас есть выборка белых вин, красных вин, розовых вин. Есть также игристые вина, поэтому я думаю, что вы всегда сможете найти что-то на свой вкус. Ну и, конечно же, вина старого света у нас тоже представлены. Но если, например, бутылка вина старого света стоит от $80 и выше, то вина нового света на Мальдивах могут стоить от $40 за бутылку и выше. Согласитесь, все-таки соотношение цены и качества в данном случае очень и очень интересное. Киоск с панамами тоже одна из наших новых фишек. Мы ввозим экологически чистые эквадорские панамы. Вы можете полностью ее персонализировать, выбрать цвет ленточки, вышить на ней свои инициалы, то есть абсолютно подогнать под себя, под свой стиль. Или я думаю, что такая шляпка станет хорошим спутником во всех ваших следующих поездках. Очень классная фишка для подростков, ну и вообще, в принципе, для клиентов любого возраста, но в частности для подростков, фотофанатики. Это лаборатория, где мы вас обучаем искусству фотографии на любом из гаджетов, которые вы с собой привезли, будь то смартфон, будь то iPad, будь то GoPro. Если вдруг вы что-то не привезли, вы можете всегда взять эту аппаратуру у нас в аренду. У нас есть инстакамеры, наземные GoPro, подводные GoPro, есть квадрокоптеры, да. Поэтому самые разнообразные штучки, они у нас есть. Вы можете их использовать, да, взяв в аренду во время пребывания на курорте. У нас есть бесплатные мастер-классы групповые, либо же гость может заказать частный мастер-класс для себя. В данном случае эта услуга будет платной. На групповых мастер-классах мы часто тоже проводим туристов по всему отелю, показываем им все инстаграмные локации, да, где вы можете удачно сфотографироваться. И более того, мы не только делаем это, а также какие-то базовые навыки по ретуши мы рекомендуем. Аренда оборудования, конечно же, будет платная, но на самом деле плата за нее довольно-таки символическая, не сильно дорогая. Что еще? Junk Art галерея. Тоже очень классное такое пространство, арт-пространство, где мы даем вторую жизнь объектам обихода, которые отслужили уже свою первую. Да, это может быть для маленьких деток оформление фоторамок или оформление вот этих вот пиратских бутылок песком, бечевками, ракушками и прочими элементами декора. Самые разнообразные у нас здесь делают вещи. Из кокосов вырезают скульптуры, да. А в Гран-Гобе, кстати, они стали делать плюшевые игрушки из отслуживших уже банных халатов, да, или даже вот верхушечек, тапочек. Поэтому самые-самые разнообразные вещи
здесь тоже можно поделать. Свадьбы и свадебные церемонии на наших островах возможны. На Мальдивах, как вы знаете, возможны только символические церемонии. На Маврикии возможны полноценные свадебные церемонии. Поэтому уточняйте, пожалуйста, детали необходимых документов у тех операторов, которые представлены на ваших рынках, либо можете сконтактировать с нами напрямую, мы вам обязательно подскажем, что для этого необходимо. Что еще? Мы участвуем во многих программах по охране окружающей среды, потому что, конечно же, мы хотим сохранить природу наших островов максимально долго, чтобы еще наши дети, наши внуки и все последующие поколения могли наслаждаться теми прекрасными островами, которые мы сегодня видим вместе с вами. И вот, кстати, тоже относительно новая фишка Luxme Wellness Concierge. Все больше и больше наших гостей, даже во время отдыха, хотят продолжать активный спортивный образ жизни. Мы в этом им максимально помогаем. Luxme Wellness Concierge – это контракт с лондонской фирмой SP&Co, где консьерж проводит полноценную оценку вашей текущей ситуации, да, где у вас сильные группы мышц, слабые группы мышц, как их правильно сбалансировать, какие упражнения для этого нужны, как для этого питаться, что для этого нужно сделать, и подготовить для вас полную индивидуальную программу и по питанию, и по занятиям спортом. Какие-то, может быть, дополнительные спа-процедуры или записаться можно в те классы, которые есть в отеле, да, будь то йога, тай-чи или какие-то еще дополнительные, да, классы. Поэтому даже на отдыхе, если вдруг вы заинтересованы, вы можете продолжить заниматься своим физическим аспектом, да, тела. Если вы хотите знать больше о наших фишках, вы всегда можете прочитать об этом у нас на сайте luxresorts.com. Что касается наших направлений, где представлены отели Lux? Ну, вот на этой карте мы видим отмечены точечками, да, Маврики и Реньон. Вот как раз они внизу вместе находятся. Покажу вам указочкой. Так, вот у нас есть. Видно, да, Маврики и Реньон, Мальдивы, два Лакса у нас уже на Мальдивах. Лакс в Бодруме, Турция, уже открытым и третий сезон. И в континентальном Китае у нас два отеля по древнему чайному и конному пути и проект в Аджмане, да, вот здесь вот на Среднем Востоке. Дальше. Домом Лаксов традиционно является Маврики. На Маврики у нас представлено три курорта уровня Лакс. На восточном побережье это Лакс Бельмар, на севере Лакс Грангоп и на юго-западе Лакс Люморн. Вот здесь вот у нас внизу еще находится на южном побережье четвертый отель Tamasa All Inclusive Resort, о котором я тоже пару слов сегодня скажу чуточку позже. Если мы говорим об острове Реньон, который находится в 40 минутах лета от Маврики, здесь у нас представлен пока один отель уровня 5 звезд, это Лакс Сан-Жиль на западном побережье, и есть проект второго отеля на восточном побережье Лакс Сюд-Суваж. Если мы говорим с вами о Мальдивах, то у нас здесь два отеля. Это отель Лакс Сафари Атолл в Южном море Атолле и новый отель Лакс Нов Мали Атолл, который открыл свои двери 1 февраля этого года. То есть мы совсем недавно на самом деле открылись. Очень успешное открытие, очень позитивные отзывы. У нас уже довольно много партнеров побывало в этом отеле на фан-трипах. И отзывы очень и очень позитивные. Я вам расскажу об этом отеле тоже более детально. Отели в Турции и на Среднем Востоке. Но опять же, если вы хотите знать больше про все наши отели, про все наши проекты, вы всегда можете обратиться к нашему сайту luxresorts.com. Если на данном этапе у нас нет вопросов по бренду, то я перехожу потихонечку, да, непосредственно к нашим отелям. Расскажу сначала о нашем флагманском отеле на Маврикии. Это отель Лакс Бельмар. Напишите в комментариях, если кто-то уже был в Лакс Бельмаре, будете мне подсказывать по ходу презентации. Вот. Я, кстати, сегодня нахожусь на Маврике. Я всегда нахожусь на Маврике последние 17 лет. Сегодня у нас яркий солнечный день, зимний день, да, 25-26 градусов на улице, что особенно приятно. Вот, вижу, что у нас уже были многие, да, и Ирина Максимова, и Ирина Беляева. Приятно, будете подсказывать и помогать. Лакс Бельмар расположен на восточном побережье острова Маврики. Вот здесь он у нас обозначен голубой точечкой, знаменит своим пляжем. Это, пожалуй, один из немногих, ну, не скажу единственный, но один из немногих белоснежных пляжей. Именно вот тот баунти-вариант пляжа, который ожидает гость от Маврики. Песок на Маврики не везде белый. Во многих местах это именно желтый коралловый песочек. Но здесь вот он настолько белый, он настолько мелкий, он прям вот как
пудра сахарная, даже мельче, да, и ножкам очень-очень приятно по нему ходить. Архитектура отеля тоже очень светлая, такая летящая. Вот лаксы, помните, мы говорили о том, что лаксы светлые и легкие, это как раз-таки в архитектуре тоже отображается. Пляж вот еще раз на этой фотографии видно, да, есть зона отмели, которая выходит в океан, вот если на предыдущей фотографии вы помните, там удобно купаться с маленькими детками, потому что очень пологое дно и нет никакой неожиданной глубины. А на этой фото, которая снята напротив вилл, да, здесь как раз-таки видно, что есть очень хорошая глубина. Поэтому есть самые разнообразные варианты для купания с более глубоким морем и с более пологим дном. Если мы говорим о ресторанах и барах, здесь у нас 4 ресторана, 2 бара плюс кофейня, кафе «Лакс». Очень знаменитый наш пляжный ресторан «Бич Руж». Вот мы его видим здесь на первом плане. Кстати, обратите внимание на второй план. Посмотрите, насколько белый песок. Вот иногда зимой, когда яркое солнце, вам прям слепит глаза на солнце от снега. Бывает, да, вот здесь, на этом пляже, такой эффект тоже можно наблюдать. Вот, а возвращаясь к ресторану, ресторан называется «Бич Руж». Вы спросите, почему «Бич Руж», да, когда здесь у нас все бело-голубое. Бело-красным он у нас становится вечером. По периметру здесь у нас загораются огненные факелы, играет живая музыка, диджей, да, можно потанцевать. Это полноценный лаунж-ресторан-бар в нашем с вами понимании, да, где можно отлично провести время, отлично провести вечер и очень вкусно покушать. В этом отеле также представлен один из самых больших бассейнов на острове 2000 квадратных метров, и он у нас подогревается в зимнее время, да, что тоже немаловажно для удобства наших маленьких гостей. Этот отель, кстати, больше позиционируется как семейный именно в силу того, что есть часть пляжа с пологим дном. Главный бар вот таким вот образом у нас здесь сделан в виде пивоварни. И, кстати, на Маврикии мы запустили пилотный проект. Помимо собственного кофе у нас еще теперь появилась собственная линейка пива. Тоже можно его здесь продегустировать вот на этой вот террасе. Есть также ромовый домик, очень любят его наши с вами клиенты, представлено порядка 100 сортов рома, тоже можно все попробовать, но количество сортов рома, которые вы продегустируете, зависит от вашей подготовки, да, так скажем. Чайная комната при спа-центре, у нас здесь представлено порядка 80 сортов чая, 3 сорта чая мы завариваем для дегустации каждый день бесплатно, но если вы хотите заказать отдельно более широкий выбор, да, сортов для дегустации, то, соответственно, это уже будет за отдельную плату. А что еще? Ну, вот здесь мы видим главный ресторан, который вот так вот террасочками спускается к главному бассейну. Далее ресторан азиатской кухни «Дак Лондри» с открытой шоу-кухней, где мы видим, как шеф-повар готовит ваш ужин. Ну, исходя из названия, вы уже, наверное, догадались, что ключевое блюдо здесь по-пекински. И ресторан «Мишленовский». Ресторан называется «Амари. Высокая индийская кухня». Здесь у нас представлена. Новиночка такая, да, наш Rolls-Royce. Если вы сидите на пляже, не хотите заморачиваться, одеваться специально к обеду, вы можете просто повязать пару, подойти сюда, и здесь что-то перекусить. Это может быть салатик, это может быть бургер, это может быть пицца. То есть не обязательно каждый раз, да, специально готовиться к обеду, а можно вот использовать такой лайтовый вариант. Наш киоск с мороженым вот на этой фотографии вы можете наблюдать. По номерам. Базовая категория в этом отеле называется Junior Suite, 60 квадратных метров, максимальное размещение 2 плюс 2. Что нужно запомнить про этот отель? Первые 4 категории номеров в этом отеле абсолютно одинаковые. Они отличаются только расположением. Да? Какие-то ближе к бассейну Pool Suite, какие-то ближе к пляжу Beach Junior Suite. Есть Wellness Junior Suite с ориентацией на Wellness и просто Junior Suite. Внутри они абсолютно одинаковые, отличаются только своим расположением и небольшая разница по цене. Если хотите более просторный номер, можете рассматривать «Романтик», да, или «Сансет Junior Suite», как мы его называем, 90 квадратных метров. Они у нас есть в яблочно-зеленом варианте и есть вот в таком вот бирюзовом варианте. Есть в номерах еще у нас категория «Ocean Junior Suite», которые ближе всего находятся к океану и имеют прямой вид на Индийский океан. Если номеров вам недостаточно, можете выбрать одну из наших вилл. В отеле представлено 12 вилл. Каждая вилла имеет собственный бассейн, собственного дворецкого, который с вами 24 часа в сутки. Бассейн, кстати, на каждой вилле у нас подогревается. Есть 10 односпальных вилл и 2 двухспальные. То есть в зависимости от того, просто пара едет или семья, вы можете подобрать для них подходящий вариант. Вот здесь на фото, кстати, мы видим с вами кафе «Лакс».
И за дверью слева расположена наша кофейная фабрика, которая поставляет кофе для всех наших отелей на Маврикии. А в отеле также представлен мини-клуб и клуб для подростков, поэтому программы для детей всех возрастов у нас абсолютно детальные, то есть каждый ребенок найдет что-то для себя по своему возрасту. По питанию, базовое питание идет на завтраках, и есть доплаты полупансион, полный пансион и all-inclusive. Если какие-то вопросы есть по этому отелю, пожалуйста, пишите в чате, а я пока поставлю вам небольшое видео этого отеля, да, чтобы вы могли посмотреть, как это все выглядит живьем. Ну вот, такое небольшое видео, да, чтобы вы могли иметь представление о том, как это все выглядит на самом деле. Вижу вопрос в чате, есть ли русскоязычный персонал и аниматоры. Мы работаем со швейцарской отельной школой, и у нас частенько проходят практику русскоговорящие, да, ребята. Как правило, это те студенты, которые обучаются на специальности hotel management, да, отельное управление. И они у нас проходят практику либо в отделе front office, либо в отделе guest relations. В некоторых отелях у нас есть став, который на постоянной работе у нас находится, поэтому, да, русскоговорящая помощь у нас всегда есть. Ну что, если других вопросов нет, мы переходим к следующему отелю, отель Luxe Le Morne, который у нас расположен на юго-западном побережье острова Маврикии. Напишите в отзывах, кто был, кто видел, чтобы знать, да, сколько у нас в аудитории человек уже бывали здесь. Кстати, если вы смотрели передачу «Орел и Решка», которая снималась на Маврикии, наверняка вы вспомните что-то об этом отеле, потому что как раз-таки эта передача снималась у нас здесь. Это отель «Романтик», это отель «Леопард». Да, Наргиза, спасибо за ваш отзыв. Очень зеленый отель. Здесь прям такой зеленый-зеленый сочный газон. Вот по нему прям очень-очень хочется ходить босиком. Прекрасная полоса пляжа. Песочек здесь чуть более желтый, да, вот такой, который чаще всего встречается на Маврикии, но здесь очень хорошая глубина для купания, да, что немаловажно для наших клиентов, согласитесь. Да, есть у нас там саксофонист на пляже, правильно. По поводу реновации в этом отеле. Отель сделан в классическом тропическом стиле, да, здесь очень много бежевого и дерева. Пока мы не планируем здесь делать реновацию, потому что... То есть не реновацию, реновация, отель постоянно обновляется. Но смену стиля мы пока здесь не планируем делать. Почему? Потому что очень большая репитерская база. И если мы кардинально будем менять стиль, есть, конечно же, риск потерять некоторых репитеров. Вот, у нас следующий проект на реновации – это реновация, даже не реновация, а перестройство отеля Мервиль Бич, который у нас закрылся с 1 июля. И мы сейчас будем вести строительные работы, и в следующем году мы открываем отель Luxe Grand Bay. Ну, об этом на следующих презентациях. Ну что, давайте вернемся к Luxe Le Morne. Отель «Романтик», отель «Леопард», шикарный пляж. Вот такие вот уютные домики бунгало.
у нас здесь. Ну, пляжная полоса, конечно, бомбическая. Когда мы, кстати, проводим фан-трипы здесь, мы всегда приветствуем всех с церемонии сабраши. Знаете, да, что такое сабраш? Это открывание шампанского сабли по-гусарски. Поэтому некоторые из наших коллег уже стали именитыми такими молодцы сабрёры. Они у нас находятся в гильдии сабрёров. Здесь несколько бассейнов, 3-4 бассейна, да, 3 таких больших бассейна и 4-й бассейн спа. И за счет этого, да, поскольку отель растянут вдоль пляжа, есть несколько таких зон, и никогда нет ощущения толпы, да, то есть у каждого вот такой вот маленький кусочек рая, везде уютно, везде очень-очень романтично. Если мы говорим о номерах, базовая категория здесь номера Superior. Есть также у нас Junior Suite, чуть более просторные, в этих номерах есть коннекты, если вам необходимо для семей. Есть категория Sunset Junior Suite, все на втором этаже, с джакузи. И из джакузи, вот видите на фотографии, вы как раз за дверьми слева джакузи, из джакузи через окно открывается вид на Индийский океан. А помните, что на западном побережье здесь самые красивые закаты, и вы сидите там с бокальчиком шампанского вечером и наблюдаете самые красивые закаты над Индийским океаном. Также категория Prestige Junior Suite, которую больше всего, кстати, любят наши с вами клиенты. Первый этаж, вы вышли на террасу, 10 метров газона, 10 метров песочка, и вы в Индийском океане. Поэтому здесь вот как раз-таки самый любимый уголок. Спа-центр Lakshmi, здесь у нас тоже, естественно, представлен продукция, мы здесь используем тоже Lakshmi Spa. Если мы говорим о ресторанах и барах, здесь 3 ресторана, 2 бара и кофейня Lakshmi. На фото мы видим главный ресторан, завтрак вот у нас здесь в таком формате сервируется, пляжный ресторан «Бич», где представлена средиземноморская кухня, и ресторан азиатской кухни «Ист». Кстати, на последних World Travel Awards выиграл звание лучшего ресторана в Индийском океане, поэтому тоже рекомендую на него обратить особое внимание. Кофейня «Кафе Лакс» вот таким вот образом у нас здесь оформлена. Можно отведать самые вкусные сорта чая, кофе и какие-нибудь вкусняшечки, пироженки вместе с ними. Если не кушаете пирожное, есть, опять же, мороженое, да, наш бренд Айси здесь тоже, естественно, представлен. Ну, а вообще этот регион славится своей знаменитой горой Люморн, да, вот как раз-таки мы ее здесь видим на заднем плане, здесь всегда особая атмосфера, гора придает особый шарм этому уютному уголочку, но мы говорили уже о том, да, что самые красивые закаты – это как раз-таки здесь. И здесь же эндемически на западном побережье обитают дельфинчики, то есть здесь можно поплавать с дельфинами. Отель, еще раз скажу, романтик, да, даже шезлонги здесь выполнены в форме вот таких вот парных диванчиков. И есть семьи с детками, знаете, как это случается, когда ханимунеры приезжают на годовщину свадьбы на 5-10 лет, как правило, уже втроем, а то и вчетвером. Ну и опять же по традиции, да, включу вам небольшое видео, чтобы вы посмотрели, как этот отель выглядит живьем. Вуаля!
Вот такой вот наш Лакслю Морн. Кстати, спасибо за ссылочку. Нам скинули ссылочку в чате. Если нужна для использования позже, можете всегда ее использовать. По питанию в этом отеле тоже базовое питание на завтраках. И можно повышать систему питания. Полупансион, полный пансион и all-inclusive. Если вопросов нет, мы с вами переходим к следующему отелю. Я немножко ускоряюсь, потому что время, да, у нас, к сожалению, сегодня ограничено, но постараемся успеть максимально много. Лакс Гранд Воп расположен на севере Маврики, буквально в 5-7 минутах езды от Гранд Бэй, совсем-совсем рядышком. Отель был совершенно недавно реновирован. Мы открылись в декабре 2017 года после полной реновации. Реновацией занималась Келли Хоппен, та же дизайнер, что делала для нас дизайн в отеле Лакс Бельмар. И концепция здесь дизайна была определена как эклектичный ретро-шик. Что это значит? Ну, если с ретро-шиком все понятно, то эклектика подразумевает совмещение элементов из разных стилей. И это именно конек Келли, она очень любит такие нестандартные решения. Когда у вас что-то из этно, что-то из ретро, да. Вот таким вот образом выглядит наша базовая категория, комнаты Superior, да, с вот такими вот классными дизайнерскими ванными комнатами. Здесь, кстати, только душевая, имейте в виду, здесь не будет ванной, 51 квадратный метр. Если нужно что-то побольше, и наши русскоговорящие гости предпочитают вот именно Junior Suite, они все на первом этаже, 71 квадратный метр, то есть они больше по объему, и более просторная ванная комната с таким небольшим зимним садом, и здесь уже будет и ванная, и душевая. Если хотите комнату в секции только для взрослых, есть вариант размещения Deluxe Room, да, вот здесь на фотографии он представлен, тоже можете воспользоваться. Ну и, конечно же, Sunset Junior Suite, очень любимые нашими клиентами России и стран СНГ. Большая просторная ванна, большая спальня, и ванна и спальня выходят на террасу. И на террасе у вас здесь, заметьте, стоит вот такая вот уютная ванна, вынесена на террасу. Вы можете тоже вечером здесь залечь с бокальчиком вина и наблюдать за северными островами и за закатом, который случается вот как раз-таки прямо перед вами, live and direct, как говорится, да. По ресторанам и барам. Это единственный отель на Маврикии, где представлено 8 ресторанов и 6 баров. Ни в каком другом отеле не будет такого разнообразия по еде и напиткам. Главный ресторан Palm Court сделан в виде вот таких вот станций, да, Live Cooking Stations. Каждая из них тематическая, да, есть холодная комната с салатами и сырами, есть гриль-уголок, есть уголок суши-сашими, есть итальянский уголок, азиатский уголок, индийский уголок. Поэтому вы всегда найдете что-то на свой вкус. Уголок с десертами просто бомбический. Даже когда вам кажется, что уже вы ничего больше не можете съесть, если вы подойдете к Марии, она обязательно найдет вам что-то из десертов, что вам понравится. А главный бар вот таким вот образом у нас в этом отеле выглядит. Кофейня «Кафе Лакс», естественно, здесь тоже будет представлена, так как и все наши фишки. Очень популярный ресторан «Инти», перуанско-аргентинский ресторан. Это премьера на Маврикии, мы были первыми, кто открыл, да, такого рода ресторан. Безумно вкусный. И севиче у него безумно вкусные. Мясо на гриле вот с такой чуть-чуть позолоченной корочкой. Ну вот обязательно нужно попробовать, если вы сюда приезжаете. И дизайн интерьера очень такой вот уютный, особенный. Ресторан «Бодрум Блю», да, перекликается немножко с нашим отелем в Бодрум, и здесь представлена у нас турецкая кухня. И есть, кстати, кальянный уголок, где можно посидеть, покурить кальян. Очень хорошо, кстати, ребята готовят кальян здесь. И вот это вот как раз-таки в кальянном уголке есть такая классная инсталляция, как мы говорим, инстаграмная локация, да, вот здесь тоже можно сделать несколько красивых. Ну, естественно, все фишки здесь представлены, кино под открытым небом. Давайте посмотрим небольшое видео про два стиля отдыха. Как можно провести отпуск в Лакс Гранд Воп? Два стиля. Вы мне скажете, какой стиль предпочитаете вы, хорошо? She caught my eye. Something in the way she moved. She wasn't real life. I had to admit, I was intrigued. I bet she's one of those people that somehow managed to wake up looking flawless. She probably even wakes up early looking like that. I could not take my eyes off her.
Her day, for sure, starts with a sun salutation. Nothing but good vibes. I bet her diet consists of Instagrammable dishes. But she sorts by colour. She's the juice cleanse type for sure. Mm-mm, the green one. Mmm, it's green. She likes to read at the beach, in French, de Beauvoir especially. She has tons of friends. They're all so great. The quintessential Benetton ad. She's a sucker for rom-coms. The cheesier the better. She even likes to take long walks at sunset. Can't we make this more romantic? How about a horse? Yes, she's on a horse. She most certainly prays for world peace and dreams of adopting a panda. Now, wait a minute. Do you really think I'm that kind of girl? Let me tell you the truth. In the morning, I go for a walk. Basic. I laze around. Simple. Before heading to the beach. Don't. Basic. I like to take in the culture. Lose myself in it. I'll try anything once. Okay, maybe twice. Even the most daring ones. Give me a break, I'm on a holiday. Okay, fine, I detox too. Sometimes. I'm just living life. Living! The truth is, between you and I, I'm just an actress. But no matter what the script is, I don't care, because this hotel is lit. Ну что, какой тип отдыха вы предпочитаете? Первый, правильно, инстаграмный, или второй, настоящий? Ну что, мы с вами тогда потихонечку переносимся на Мальдивы. Я вам расскажу сначала пару слов о нашем существующем отеле, да, предыдущем, скажем, а потом уже о новом. Спасибо за ваш отзыв. Ну что, Lux South Ariatoll, Южный Ариатолл, расположен, как вытекает из названия отеля, да, в Южном Ариатолле. Большой остров, 2 километра на 300 метров, 186 номеров для размещения, есть номера на воде, есть на пляже. Здесь, кстати, у нас эндемически обитают тоже китовые акулы, с которыми можно поплавать. Очень много красивых локаций. Хороший пляж, хороший вход в воду. Песочек прям белоснежный-белоснежный. Отель стабильно находится в топ-десятке отелей на TripAdvisor, да, если вы выбираете Мальдивы. Базовая категория здесь называется Beach Pavilion, 65 квадратных метров, максимальное размещение 2 плюс 1. Они, кстати, находятся вот в таких вот домиках, да, половинка один Beach Pavilion, половинка второй. Есть сообщающаяся дверь, то есть если едет большая семья, можно брать два Beach Pavilion Communicating, да, с межкомнатной дверью. Если едет пара, хочет больше приватности, рекомендуйте им бич-виллы. Это уже отдельно стоящие номера, 90 квадратных метров. Максимальное размещение здесь, кстати, 2 плюс 2, то есть тоже подойдет для семей с детками, если это необходимо. Есть бич-пул-виллы, пляжные виллы с бассейном, где на заднем дворике у вас есть вот такой вот уютный бассейн. Из водных вилл просто водные виллы, 98 квадратов. Есть у нас также... Романтик Пул Вота Вилла, здесь 110 квадратов, очень такие хай-тековские номера, очень интересные, просторная терраса, индивидуальный спуск к океану. Если 110 квадратов маловато, есть 220, называется Temptation Pool Water Villa, с большой гостиной, вот с такой вот с дизайнерской инсталляцией, большая просторная спальня. И, естественно, бассейн здесь будет тоже больше, если в предыдущей категории он был 7 метров в длину, здесь будет уже 14 метров в длину.
Новая категория, которую мы добавили после реновации в 2016 году, Family Lagoon Pavilions. Это тоже сдвоенные такие вот номера, которые сообщаются через общую прихожую. Более люксовый вариант размещения в сравнении с двумя бич-павильонами. Но они именно вот для семей у нас были разработаны. По ресторанам и барам. 6 ресторанов и 8 баров. Главный ресторан «Микс». Вот здесь на фото он у нас представлен. Ресторан «Бич Руж», да, где каждый вечер играет диджей. И можно послушать хорошую лаунч-музыку. Ресторан азиатской кухни «Ист» выполнен в форме азиатского рынка. Такой очень атмосферный бар над водой, да, где можно наблюдать всех морских обитателей каждый день. Кофейня «Кафе Лакс», конечно же, у нас здесь тоже будет представлена. Спа-центр на последнем World Travel Awards выиграл звание лучшего спа в Индийском океане. Тоже работает на косметике «Лакс Ми Спа». Кстати, этот отель зарекомендовал себя как активный мальдивский отель. Очень большой выбор видов спорта, и наземных, и водных, всяких разных адреналиновых вещей. Ну и, конечно же, погружение, да, и плавание с китовыми акулами. Покажу вам видео по этому отелю. И если какие-то вопросы у вас есть, пишите пока в чате. Да? Где у нас? Так. Мальдивское видео. Ну что, посмотрим. Ребят, я пока приостановлю видео, потому что у нас осталось совсем немного времени, да, и хотелось бы успеть рассказать вам еще про наш новый мальдивский курорт Лакс Нов Мали Атолл. А наш модератор выложит, да, все ссылочки на видео обязательно в конце эфира. У вас будет возможность все их себе скопировать и скачать, хорошо? Если кому-то нужны исходные файлы, это тоже возможно, напишите мне на почту, моя почта есть в начале, я вам обязательно дам ссылку. Ну, а мы переходим к следующему мальдивскому отелю. Наш новый отель, который открылся в феврале этого года, называется он «Лакс Нов Мали Атолл». Это пятерка «Делюкс».
да, здесь все-таки уже будет уровень чуть-чуть повыше. Шикарный остров, 600 метров на 200 метров, чуть поменьше. Конечно, да, чем Южный Ариатолл, но здесь всего 67 вилл. Виллы просто космические, нереально красивые. Те, кто уже успел здесь побывать, кстати, напишите в чате, кто уже, вот вижу, что Светлана пишет, только что вернулись. Базовые однокомнатные виллы, метраж здесь 351 квадратный метр, чтобы вы понимали, да, то есть виллы действительно огромные. Есть односпальные, есть двухспальные, есть трехспальные виллы. Каждая вилла имеет собственный бассейн, будь то на воде, будь то на побережье. Если мы говорим о ресторанах и барах, здесь три ресторана, два бара, плюс кофейня «Лакс», плюс приватная комната для ужинов и обедов. Здесь мы видим на фото главный ресторан, как раз-таки «Глоу» и главный бар. Вот в таком вот формате он у нас оформлен. Есть ресторан «Инти», перуанско-аргентинский ресторан, безумно тоже вкусный совершенно. Бесподобный. Бич Руж здесь у нас тоже представлен, где каждый день играет диджей. Вот так вот он у нас выглядит на рассвете. Здесь, кстати, очень широкая пляжная полоса, очень красивый, да, вот островок сам, хороший пляж, хороший вход в воду, хорошая глубина и совершенно бесподобный бирюзовый свет воды в океане, да, все, кто у нас отдыхал в последнее время, как раз-таки комментировали о цвете океана. Вот у нас наши односпальные виллы. Когда мы смотрим сверху, да, у вас получается половиночка идет спальня, половиночка идет гостиная, часть крыши над гостиной приподнята, да, что позволяет естественному свету проникать внутрь. И верхний этаж, да, вот эта палуба, это как раз-таки терраса. Здесь у вас еще 120 квадратов, где можно организовывать частные завтраки, обеды, ужины, кинопоказы под открытым небом. Вообще, когда мы планировали этот курорт, бриф агентству был такой: представьте себе Джеймс Бонда. Куда бы Джеймс Бонд уехал на холидей, в отпуск после своей очередной миссии? Вот как раз-таки таким образом они представили себе этот отель. Большие гостиные, да, это вот в односпальном номере, большие просторные спальни. Одна ванная комната здесь чего стоит? Здесь 35 квадратов, да, то есть у некоторых квартир такого размера. Финиши, да, вот все детали, которые были использованы в декоре номеров, совершенно бесподобные. Душ есть как внутри ванны, так и на свежем воздухе. Вот терраса таким образом выглядит. Если мы говорим о водных односпальных виллах, вот так вот они у нас выглядят, да, вид сверху. Совсем недавно мы открыли наши двухспальные виллы, то есть у вас получается большая гостиная посредине, две спальни по бокам и на заднем плане ванная комната, отдельная для каждой спальни. Вот такая вот у них терраса с огромным, да, просторным бассейном. И наша трехспальная вилла. Здесь уже 1000 квадратных метров, так на секундочку, да, очень просторная гостиная, высокие потолки, совершенно бесподобная терраса с гамаками на крыше. То есть, ну, здесь тоже полный восторг. И, кстати, в трехспальной вилле на море, на океане, возможно, швартовка, собственно, яхты. Поэтому, если вы путешествуете на Мальдивах на собственной яхте, то этот отель тоже будет очень подходящим для вас. Вся инфраструктура, которая обычно представлена в курорте уровня 5 Deluxe, у нас присутствует. Это и спа-центр, и бутики для сувениров, Kids Club, романтические завтраки, обеды, ужины, свадебные церемонии. То есть абсолютно все это возможно. Давайте посмотрим видео, потому что видео всегда, как никогда, удачно передает ту атмосферу, которая царит в том или ином курорте. Сейчас, секундочку, найду для вас видео по этому отелю. Thank you.
Ну да, здесь чуть более короткое видео. Надеюсь, это дало вам, да, хорошее представление об этом отеле. Домашний риф в этом отеле есть. Более того, вы можете прямо с пляжа спуститься с масками и с ластами, да, и пройти посмотреть рыбок, черепашек. Здесь много черепашек. У нас есть также Сент-Бент недалеко от отеля, вы его видели на видео. Если мы говорим о максимальном размещении, в односпальных виллах у нас идет максимально 2 плюс 2 или трое взрослых. То есть, в принципе, для семей даже односпальная вилла шикарно подойдет, потому что и спальня, и гостиная, они разделяются слайдинг до, и у вас есть полностью приватное пространство. Так, ну у нас осталось буквально тут 5 минут. Я попробую вкратце рассказать вам о бренде Salt, хотя... Время у нас не так много. Вижу последний вопрос в чате касательно Мальдив. Давайте этот вопрос на попозже оставим. Скажу о трансфере. Трансфер в Нофмали Атолл возможен либо на лодке 50 минут, либо на сиплейне, это 20 минут лета. Вопрос Юлии я отвечу по почте. Пожалуйста, пришлите мне вопрос на почту, я вам обязательно напишу. Ну а сейчас буквально пару слов о бренде Salt. Почему мы пошли на создание второго бренда? Собственно говоря, да, могли бы открыть новый отель «Лакс», почему нам не жилось-то с «Лаксами», почему мы хотели что-то еще? Мы хотели создать концептуально новый бренд. Мы хотели создать бренд для путешественников, которым важно, как мы говорим, трансформационное путешествие, да, когда вы можете прочувствовать направление вдоль и поперек, когда вы можете полностью погрузиться, да, в ту жизнь, которая вас ожидает на острове. Это именно путешествие с погружением. Это этические и этнические путешественники, как мы их называем, которые заинтересуются такой поездкой. Мы хотим, чтобы вы окунулись во все локальное, познакомились с людьми, которые населяют ту или иную дестинацию. Мы хотим показать вам Маврикий такой, какой он есть, да, простой, местный, вот именно локальную, ту специфику, что вы могли прочувствовать. Маврикий любознательный, он хочет знать больше о вас и хочет, чтобы вы лучше познали его. И это, естественно, вот тот human touch, да, человеческое отношение, очень щадящее и понимающее отношение к друг другу. Мы хотим, чтобы это путешествие стало для вас трансформационным путешествием, да? Что у нас еще присутствует для бренда Salt? Почему вообще Salt? Почему мы выбрали такое название? Вот подумайте об этом. Соль, Salt, она представлена повсюду. Соль – это суть всего. И соль, соприкасаясь с любым продуктом, она придает ему новый особенный вкус или новый какой-то поворот. Поэтому мы хотим, чтобы вы открыли Маврикий для себя с новой стороны. Не просто со стороны лакшери, курорта, когда вы сидите, да, на шезлонге, и вам все туда приносят. И шампанское, и мороженое, и десерт, и что-то еще. А здесь вы отправляетесь из отеля. Отель для вас как база. Да? Вы там отдыхаете, спите, кушаете завтрак, а потом... Берете машину в аренду, садитесь и отправляетесь в путешествие, чтобы открыть для себя новую дестинацию, чтобы познакомиться с теми людьми, которые ее населяют, чтобы кушать те продукты, которые выросли, да, на локальных фермах. Ну, в общем, мы используем абсолютно все локальное. И в этом смысле наш новый курорт, который называется Salt of Palmar, это как новое travel-движение для этнических и этических путешественников. Как мы говорим, отель с большим сердцем, homegrown hotel with a huge heart, доморощенный, так скажем, выращенный дома, выращенный самостоятельно отель с огромным сердцем. Здесь всего 59 номеров, но очень-очень он обращен в сторону экологии, в сторону бережного отношения к себе и ко всем окружающим, и приглашает вас именно на исследование местной культуры. Мы, к сожалению, уже не располагаем никаким временем, но все презентации будут доступны для скачивания по ссылкам. Я думаю, что вы можете для себя скачать. Если какие-то вопросы вдруг у вас остались неотвеченными, пожалуйста, напишите на мой адрес. Был вопрос касательно медицинской помощи на Мальдивах. У нас есть доктор и в том, и в другом отеле, поэтому базовая медицинская помощь может оказываться на месте. Если необходимо будет внимание доктора из Мале, то это вопрос трансфера. Если мы говорим о северном атолле, это 50 минут на лодке и 20 минут на гидросамолете. Если мы говорим о южном атолле, это 25 минут на гидросамолете, либо 20 минут местными авиалиниями, плюс 10 минут на лодке от локального аэропорта. Поэтому довольно быстро медицинская помощь может быть организована.
У меня к вам вопрос, да, потому что у нас был заявлен розыгрыш проживания на Маврикии. Скажите, как по-английски называется фишка, связанная с деревом? По-английски, как по-английски называется? Помните, нет? Three of Wishes, да, Елена Беляева, я вас поздравляю. Вы являетесь нашим победителем. Я буду рада предоставить вам ваучер на 3 ночи проживания в отеле Лакс Бельмар. Спешите, пожалуйста, со мной по почте, мы вам обязательно перешлем этот ваучер. Ну, а всем остальным я хочу сказать, ребята, у нас есть шикарная программа, которая называется Лакс Эксперт, где, прослушав онлайн-тренинг, вы можете ответить на вопросы теста. И если вы правильно ответите на все вопросы теста, вы получите ваучер на 2 бесплатные ночи проживания в любом из наших отелей. Запишите адрес luxb2b.com, это именно профессиональная платформа. Когда вы пройдете регистрацию, вы попадаете вот на такую вот страничку, вводите свои координаты, прослушиваете всю нашу презентацию, получаете статус лакс-эксперта и ваучер на бесплатные ночи в наших отелях. До встречи на островах. Огромное спасибо вам за внимание. Я всегда рада общению, поэтому копируйте почту, копируйте адрес, точнее, не адрес, а электронный адрес, да, и номер WhatsApp. Если какие-то вопросы остались, пишите, я буду рада вам помочь. Спасибо огромное, хорошего дня и до встречи на островах. Спасибо всем огромное. Сайт, да, сейчас скопирую координаты еще раз. Опс, если успеете. Если вдруг не успеете скопировать здесь, на нашем виртуальном стенде тоже есть вся контактная информация. Про проект «Соль» на стенде, опять же, Profi Travel, да, у нас есть информация об этом бренде, есть ссылка на сайт saltresorts.com. Сейчас я вам открою эту презентацию. Там, по-моему, у нас есть ссылочка на сайт. Те, кто спрашивали про Salt. Вот, saltresorts.com. Специально для Оксаны Литвин. Сайт по B2B, сейчас я вам тоже открою. luxb2b.com он у нас называется. Вот здесь. www.luxb2b.com. Пожалуйста. Там только нужно пройти регистрацию, какое-то время она занимает, подтверждается ваш логин и пароль, и далее можете пользоваться. Если какие-то файлы вам необходимы, файлы презентации или ссылки на видеофайлы, они доступны для скачивания сейчас, можете их загрузить для себя. Либо же напишите мне запрос на почту, я всегда буду рада вам выслать исходные файлы.
Thank you.